напоследок. Накануне вечером сотрудниками ГИБДД на улице Мелентьева был остановлен автомобиль Nissan. У водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. От освидетельствования он не отказался. Подозрения инспекторов подтвердились. Казалось бы, рядовая ситуация, хоть разумеется и неправильная. Лишь за минувшие выходные в Котласе было задержано 6 нетрезвых водителей. Вот только в этот раз за рулем иномарки сидел Александр Степанов, председатель городского собрания депутатов. Уважаемые жители нашего города, хочу обратиться лично к вам для того, чтобы рассказать о ситуации, которая произошла со мной вчера. Сегодня социальные сети буквально взорваны информацией, где встречается информация и правдивая, и лживая. Поэтому хочу, чтобы она прозвучала лично от меня. Вчера, после окончания рабочего дня, был на дне рождения друга, с которым дружим несколько десятилетий. Встреча была не без алкоголя. После окончания сел за руль своего автомобиля, в чем раскаиваюсь, и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД хочу сказать отдельное спасибо за профессиональную работу, контроль на дорогах, которые они осуществляют. Всегда отвечаю за свои поступки, буду отвечать и в этот раз.